Сегодня русины, один из народов, проживающих на территории Украины, потребовали предоставить им автономию. Такое решение принял съезд русинских организаций Закарпатья, который прошел в Мукачево. Участники форума намерены добиваться выполнения своих требований путем диалога с официальным Киевом. Речь прежде всего идет о признании итогов референдума, который прошел еще в 1991 году. Около 80% его участников проголосовали за автономный статус региона. Однако украинские власти до сих пор даже не признают русинов отдельным народом.